В Чувашии запущен новый информационный геопортал, подобных которому в республике еще не было. Опыт других городов показал, что подобные проекты востребованы. Миллионы просмотров в месяц говорят сами за себя. Новый геопортал для Чувашии разработан одной из крупнейших компаний России S3 СНГ. Основная ценность портала в том, что он объединяет отдельные данные разных ведомственных организаций в единую базу, и каждый пользователь имеет доступ к этой информации. Геоинформационный портал служит для того, чтобы дать возможность как министерствам, ведомствам, так и населению простым путем искать сведения, которые кто-то когда-то создал, кто-то за них отвечает, кто-то занимается их постоянным ведением, дежурством и актуализацией. Выглядит как обычный интерактивный веб-сайт. В нем есть инструменты поиска, в нем есть интерактивная электронная карта. Первый этап создания информационного портала сделан. Уже запущены сведения о земельных инвестиционных участках и культурных объектах. Мы видим местоположение земельных участков на территории республики, которые инвестиционно могут быть использованы в инвестиционных целях, которые свободны от обременений, которые доступны. Можем посмотреть, как кадастровый номер, расположение, площадь, показатели, для чего это земля предназначена. Вот таким видом, то есть нажав на кнопку мыши и получив информационную карточку. Еще предстоит заполнить сайт проверенными сведениями об организациях республики. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.